Итак, настало время написать третью главу нашей истории «Жизнь после». Да, если, конечно, подумать, то что происходит в третьей главе, это еще цветочки по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем. Кстати, напомню для тех, кто еще не в курсе. «Жизнь после» — это наша жизнь. Жизнь аниматроников после жизни в пиццерии. Каждый проживает эту жизнь по-разному. Но наши судьбы рано или поздно начинают пересекаться. Как бы многие этого не хотели. Итак, на чем мы закончили? Ну да, точно. Если пересмотреть вторую главу, то можно вспомнить, что Спрингтрап смог избавиться от призраков. На Эннерда и других фантайм-аниматроников напали зомби. Олд Фредди схватили, и неизвестно, что с ним будет дальше. Появился новый Глэмрок Бонни. А кто же тогда тот, который находится в комнате техобслуживания с другими Глэмрок-аниматрониками? Короче, если подумать, просто жесть у всех происходит. Но что же будет дальше? Давайте вместе с вами и посмотрим. А начнем мы как раз с Эннерда. Эннер, они не умирают. Они продолжают вставать снова и снова. Что нам делать? Их так просто не убьешь. Нужно метить прямо в голову. Тогда они точно не встанут. Ну так-то лучше. Ребята, помогите мне! О нет, бэйби! Ты в порядке? Эннерд! Она очень сильно пострадала! Ей надо как-то помочь! Не переживайте, здесь в городе есть мастерская Монти и его друзей. Пойдем туда, надеюсь, они нам помогут. Вы это видели? Жесть какая-то! Опасное, однако, местечко. Зомби, можно сказать, повсюду. Я думаю, мы еще узнаем, что будет с Эннердом и фантайм-аниматрониками в дальнейшем. А пока давайте узнаем, что же за новый Глэмрок Бонни такой появился. Так, это все, конечно, остается загадкой. Кто меня пытался убить, остается тайной. Но сидя тут, я ничего не узнаю. Надо выбираться отсюда. Но вопрос, где я вообще? Давай-ка посмотрим. Я никогда не был в городе с момента открытия пиццерии Мега Пицца Плекс. Надеюсь, она на месте, и я смогу найти своих старых друзей Фредди, Чику, Монти и Рокси. Я даже не знаю, сколько времени прошло с момента моего отключения. Ладно, можно долго рассуждать на эту тему, но надо выбираться. Ни одной живой души! Что тут вообще происходит? Сколько же я был в отключке? А это еще кто? На человека как-то не похож. В любом случае, лучше не привлекать на себя внимание. Надо найти пиццерию.
Вот дела! Оказывается, это оригинальный Глэмрок Бонни. И что-то мне подсказывает, он как раз в том городе, где сейчас находится Эннард. Вдруг они встретятся? Но не будем забегать вперед. У меня дела тоже обстоят не совсем хорошо, мягко говоря. Эй, той Бонни! С этими призраками покончено! Эй, той Бонни! Той Бонни! Друг, что с тобой? Очнись, пожалуйста, той Бонни! Фух, зачем так пугать той Бонни? Я уже подумал, что ты умер. К сожалению, Спрингтрап, я все еще жив. Что значит к сожалению? Я рад, что ты жив. Ты же мой друг. И я не переживу, если с тобой что-то случится. Кстати, что с тобой произошло? Ты стал тенью? Как это вообще? Вот про это я и говорю, Спрингтрап. Лучше бы я умер, чем превратился в тень. Это очень темная сущность, которая живет внутри меня. И я долгие годы сдерживал ее до этого момента. В этот раз мне удалось взять над ней контроль, но боюсь, что если это произойдет вновь, то я уже не смогу ее сдержать. Она почувствовала вкус силы и теперь будет любыми способами пытаться вырваться наружу. И если это произойдет, боюсь, что может произойти что-то страшное. Не переживай, той Бонни. Мы, как всегда, справимся со всеми трудностями вместе. Ведь мы команда, ты же знаешь. Я говорю, что с призраками покончено. И это только благодаря тебе. Вставай, пойдем проверим, как там Голден Фредди. Я пойду с тобой, но ты должен пообещать мне, что если я еще раз превращусь в тень, ты любыми способами должен меня убить. Пообещай мне! Что ты такое говоришь, той Бонни? Я же сказал, мы справимся со всеми трудностями. Я сказал, пообещай мне! Ладно, ладно. Обещаю. Вы это видели? Да, такая вот жесть со мной происходит. Во мне таится зло. Теперь у Спрингтрапа трудный выбор. Убивать меня, если я снова стану тенью, или нет. Мне порой Спрингтрапа очень жалко. Ладно, а тем временем у Спрингбонни не меньшие проблемы. Что случилось? Я уже нахожусь в том месте, где обнаружен сигнал Голден Фредди. Можешь проверить поточнее, где он? Да, ты практически на месте. Сигнал прямо возле тебя. Буквально в нескольких метрах. Будь повнимательнее. Да куда еще внимательнее? Тут ни одной живой души. Что он вообще может тут делать? О нет! Голди! Нет! Нет! Голди! Пожалуйста, скажи, что ты жив! Я не переживу этого! Надо срочно доставить тебя на нашу базу! Пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке! Вот тут у меня действительно мурашки по коже! Как же так? Я даже не смогу передать словами, что творится сейчас в голове у Спрингбонни. Ведь это его лучший друг. Никому такого не пожелаешь. А тем временем, не забудем и про Плюштрапа, который сейчас где-то там, остался совсем один. Вот черт!
Они схватили Фредди. Я так и знал, что это плохая затея. Я же ему говорил, не надо было высовываться. Блин, что теперь делать? Точно, надо позвонить Спрингтрапу. Может, он поможет? Да, алло, Фредди, что случилось? Спрингтрап, это Плюштрап. У нас большая беда. Фредди схватили Бонни и Чика и фантомы. Мне срочно нужна твоя помощь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Вот черт! Я же говорил ему дождаться меня. Зачем он полез? Да тут Бонни, походу, с катушек слетел и хотел вызвать твист от аниматроников. А Фредди попытался ему помешать. Блин, этого еще не хватало. Ладно, спрячься пока, чтобы тебя не увидели. Мы сейчас заберем Голден Фредди и мигом к тебе. Скинь координаты. Хорошо, буду ждать вас. Ну хоть он поступил мудро и не стал лезть на рожон, как это сделал Олд Фредди, а затаился и попросил помощи у Спрингтрапа. А вот Олд Бонни совсем не утихомирится. Бонни, ты уверен, что мы поступаем правильно? Я знаю, что Фредди плохо с нами поступил, но это же Фредди, он наш друг. Может, простим его, Бонни? Чика, ты в своем уме? Простить его после того, что он с нами сделал? То, что бросил нас умирать в пожаре? Да его вообще нужно убить за это. Или заставить его страдать так, как страдали мы. Ребята, я все, конечно, понимаю. У вас тут семейные разборки и все дела. Но что насчет нас? Мы согласились вам помочь только потому, что Спрингтрап тоже нас предал и бросил. Так что насчет него? А вот мы плавно переходим ко второй части моего плана. Я знаю, что Спрингтрап дружит с Фредди, и совсем скоро он начнет его искать. А вот тут-то мы и приготовим для него сюрприз. Осталось ждать совсем недолго. Не, ну что тут сказать? Совсем умом тронулся со своей местью. Будем надеяться, что его кто-то образумит. А то может произойти что-то страшное. О, кстати, совсем забыл. Рокстар аниматроников. Интересно, что там у них происходит? Мне может кто-нибудь сказать, зачем мы тут сидим? Почему мы до сих пор прячемся тут? Почему не можем выйти и найти других аниматроников? Скраб Бэйби просила, чтобы мы пока были тут. Они с Лефти нашли Скрэптрапа и узнали у него очень много о Молтон Фредди, который готовит что-то страшное. Бэйби, зачем он тут? Зачем вы привели его сюда? Никто не должен знать, где мы находимся. Успокойся, Бонни. Лучше пусть он будет тут, чем с Молтон Фредди. Что вам удалось узнать о Молтон Фредди? Пусть он сам расскажет. Говори им, что ты рассказал нам. Насколько я понял, разум Молтон Фредди захватил другой Молтон Фредди из другого измерения. Я не знаю, как это произошло. Может, он мне солгал или просто спятил, но его слова звучали убедительно. Он рассказал мне, что хочет отомстить всем рокстар-аниматроникам за то, что они его убили в другом измерении. Я ничего не сказал ему про вас. Я не собираюсь предавать вас. И вы сами прекрасно знаете Молтон Фредди до того, как мы покинули пиццерию. Это уже не он. Как бы нам ни хотелось жить нормальной жизнью, но походу этого не получится.
Заприте его пока. А нам надо все обсудить. Эй! Че тут все сидите? Пойдемте на улицу. Посмотрите, какая там классная погода. Сейчас, погоди, Спрингтрап. Дай я запишу третью главу. Потом пойдем. Извините, ребята. Продолжаем. Да, Молтон Фредди из сериала «Новая жизнь». Это что-то с чем-то. Он-то каким образом тут появился? Но об этом можно узнать только в ВК и на Бусти. Ну да ладно. Кстати, мы говорили о Глэмрок Бонни. Кто же настоящий, а кто нет? Давайте узнаем. Так, ребята, пока вы тут обсуждали проблемы, я уже давно все придумал. Ну, во-первых, я хочу познакомить вас с новым членом нашей команды. Это Глэмрок Той Фредди. Я создал его по образу и подобию того Той Фредди, который до сих пор не пришел в себя, так же, как и Фокси. Всем привет, друзья! Очень рад нашему знакомству. Мы тоже тебе очень рады. Добро пожаловать в команду. Также я установил камеры видеонаблюдения в метро и в подземных тоннелях канализации. И теперь, если кто-то будет двигаться к нашей комнате техобслуживания, мы обязательно об этом узнаем. Отличная новость, Бонни. Спасибо, что стараешься для нас. Не представляю, что бы мы без тебя делали. Да не за что. Ваша безопасность – это главное для меня. Вы еще не знаете, что я не тот, за кого вы меня приняли. И вы не знаете, что в новых наших друзьях я вживил чип контроля. И они будут подчиняться мне, если придется. Ну, а что я вам говорил? Так и есть. Этот Глэмрок Бонни, который в комнате техобслуживания оказался предателем. Точнее, мимиком. Если кто не знает, кто это такой, это типа злодей-подражатель. Он может принимать облик любого аниматроника. Вот же урод! Что он задумал? А тем временем Спринг Бонни. Блин, его история для меня самая грустная. Робби, быстрее помоги мне! Там еще его части костюма в машине. Надо срочно собрать его. Восстановить эндоскелет, и, возможно, есть шанс его спасти. Давай быстрей. Надо соединить все его части. Но в моей программе нет информации, как это сделать. Как же так? Это мог сделать только Голди. Но его-то как раз мы и можем потерять. Что же делать? Прости, Спринг Бонни, но пока ты ездил за Голди, я следил сигналы остальных твоих друзей. Боюсь, что у меня плохие новости. Боюсь, их тоже нет в живых. Не знаю, как у вас, но у меня слезы на глазах наворачиваются. Узнать такое, что все твои друзья погибли, врагу не пожелаешь. Ну и напоследок, кусочек истории про нас со Спрингтрапом. Ладно, не переживай ты так, Той Бонни. Все будет хорошо. Не превратишься ты больше в Шэдоу Бонни. И мне не придется тебя убивать. Сейчас только проверим, как там Голди. Дом очищен от призраков, а Голди уже заждался без костюма. Если все в порядке, я позвоню марионетке, и она вернет его в костюм. Да что ж такое?
почему все вечно через жопу? Той Бонни, а ну быстро уходи отсюда! Спрингтрап, ты же знаешь, что я не уйду, так что успокойся. Ладно. Голди, я надеюсь, это не ты сделал. Эй, это я, твой друг Спрингтрап. Помнишь меня? Мы вернулись за тобой. Вы это видели? Это просто отвал башки! Как бы я не любил Хаги-Ваги, но он точно не заслужил такой участи. А ведь Голди, когда становился тенью, говорил, что ему нельзя долго находиться в таком состоянии, а мы его не послушали и даже не проведали его за это время. Как же теперь его спасать? И что будет дальше с другими аниматрониками? Мы уже узнаем в четвертой главе моего рассказа «Жизнь после». Ждите продолжения, оно не заставит себя долго ждать. И пишите в комментариях о том, история каких аниматроников вам нравится больше. Всем пока! Да-да-да! Также поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И сразу не выключайтесь, в конце вас ждет небольшой сюрприз. Ванесса, зачем ты это делаешь? Зачем вновь одела этот костюм? Я знаю, что это ты. Я думал, ты избавилась от вируса так же, как и мы после исчезновения Бертрапа. Ха-ха-ха-ха! Глупый Монти! Ванесса давно уже мертва! Есть только Венни! А мой повелитель никуда не исчезал! Я до сих пор служу ему! И совсем скоро к нему вернется былая сила. Что ты задумала, Венни? Ты совсем спятила? Ты не понимаешь, что это все из-за его влияния? И что ты сделала с Рокси? Не переживай, Монти. С Рокси все в порядке. Пока что. Совсем скоро я доберусь до Грегори и заполучу его душу для своего господина! И тогда всему настанет конец! Тебе ни за что не добраться до Грегори! Его очень хорошо защищают мои друзья! Тебе мало душ? Ты и так превратила весь город в зомби ради своего Бёрндрапа! Тебе этого недостаточно? Эти людишки, которые теперь стали зомби, это так! Маленькая прикормка, много полного восстановления. Ему нужна душа Грегори, и я обязательно доберусь до него с вашей помощью. Они убили моего сына. Теперь они заплатят за это. Подпишись.